Чувашском государственном университете прошли 10-е юбилейные ашмаринские чтения. На международной научно-практической конференции чувашские последователи великого ученого совместно с коллегами из разных стран представили около 200 докладов. И в очередной раз обсудили проблемы и перспективы развития чувашской словесности. Авторы докладов – преподаватели высших школ, колледжей, техникумов республики, коллеги из Казанского, Башкирского, Марийского, Удмуртского университетов. Интерес к проблемам национальной филологии и культуры проявляют ученые из Венгрии, Японии, Испании, Турции. Профессор Токийского университета иностранных языков Синджира Казама уже много лет занимается изучением чувашских диалектов и составляет словарь. Ему очень важно мнение коллег. Из такой страны восходящего солнца я поздравляю вас с открытием научной конференции. В программу включен также мой доклад. Вклад Николая Ашмарина в языковую культуру республики сложно переоценить. В 1901 году он начал собирать языковой материал по всем местностям, где проживали чуваши. В этом ему помогали учителя национальных школ. Многолетний труд завершился изданием 17-томного словаря чувашского языка. В него вошли более 40 тысяч слов. Чувашский язык никогда не погибнет. Об этом и мечтал Николай Иванович Ашмарин. И мечты его, как мы видим, исполняются. Хвала ученому, который так высоко поднял язык, кажется, маленького. Нет, очень большого и глубокого народа.